Помните запах мандаринов из детства? Он какой-то особенный, то ли более яркий, более ароматный. Хотя нет, он более чудесный. Помните, как в детстве под Новый год мы ожидали чуда? Как придут Дед Мороз со Снегурочкой и подарят нам самые долгожданные подарки. Как исполнятся наши самые заветные желания. Мы повзрослели и все равно ждем чуда в 30, 40, 50, 60 лет. Мы ждем чуда под Новый год. Сколько нас таких? Миллионы, десятки миллионов, или даже, может быть, сотни миллионов людей на территории России и ближнего зарубежья отмечают Новый год. Ожидая чуда, у человека происходит специфический выплеск энергетичности и психических ресурсов, заряженных вот этим ожиданием чудесных событий, заряженных позитивом, которые позволяют в наш мир реально проникнуть чудесам. Мы, биосенсорные психологи, способны уловить эти выплески и направить их на решение своих целей и задач. Одной из таких практик является предновогодняя практика «Годоворот». Практика просмотра событий предстоящего года. Используя выплески миллионов людей, вот эту общую энергетику, общий настрой на чудо, мы просматриваем события грядущего года. С одной стороны, это просто интересно. С другой стороны, мы тем самым готовим нашу психику к тем или иным событиям, которые произойдут в предстоящем году. Дело в том, что чаще всего мы не готовы к тому, что происходит. И события, происходящие, наносят на нашей психике большой удар. Если у нас есть возможность подготовить свою психику, подготовиться к событиям, ну, это как минимум полезно для себя, для здоровья. Ну, а если в процессе просмотра предстоящего года у кого-то получится увидеть какие-то картины, события и к ним подготовиться в физическом плане, ну, это будет хорошим дополнением к этой практике. Поэтому ждем вас на предновогоднем семинаре «Годоворот», который пройдет у нас в институте накануне Нового года. Всем удачи и здоровья!